В России разгорается крупный скандал. Фитнес-тренер назвал Z-патриотов быдлом. Оно бы и ладно, но фитнес-тренером оказался зять Шойгу, который катается по дорогим мировым курортам вместе со своей женой, дочкой Шойгу. Как к этому относиться, пусть каждый решает сам. Возможно, зять Шойгу очень хорошо зарабатывает и может себе это позволить. На фоне всего этого скандала появилось видео, которое открыло многим людям глаза о том, что происходит на самом деле. Фальшивка это или нет, каждый пускай решает сам. У всех кто-то умер. Кто-то лежит без ног. Кто-то лежит без половины головы. У меня родственник приехал. Он поехал добровольцем, получается. Он поехал за компанию вообще с друзьями. Он никогда не интересовался политикой, он живет в деревне, получается. Там предложили хороший заработок. Когда он приехал, мы ожидали, он пьющий, мы ожидали, что он будет пить. Но он приехал, и он не пил неделю, он неделю плакал. Потому что там с Темиски он поехал, их осталось очень мало, выжило. Он приехал с ранением в бедро, и он говорил, что... От его друзей ничего не осталось. Просто